Они стали неразлучной парой, гастролировали уже вместе. У них не было совместных детей, но зато последние 12 лет их любимчиком стал королевский пудель Чарли, который путешествовал по всему миру с приемными родителями. Да-да, именно родителями, ибо просто хозяевами собачки ни Муслим, ни Тамара Ильинична себя не считали. А это его, так сказать, постоянное место. Он вроде бы охраняет и сам спокоен, когда рядом. Чарли, ты что-нибудь скажешь? Кого он больше любит, папу или маму? Я, можно, умолчу. Потому что папа рядом, да, обидится? Нет, ну, я могу ошибиться. Но уважает и слушается папа. Но маму он совершенно не уважает и не слушается. Ты спеши ко мне, если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне.